Итак, предложение к итоговой резолюции Второго съезда Российского общества политологов. Участники круглого стола «Политико-исторической памяти в современной России. Возможности ограничения формирования и развития российской идентичности», именно так называется наш круглый стол, вопреки названию в программе, состоявшегося в рамках Второго съезда Общероссийской общественной организации Российского общества политологов при поддержке Ассоциации Российское историческое общество, принимая во внимание значение исторической памяти для процесса формирования национальной идентичности и утверждения ценностей гражданской культуры, рассмотрев ряд теоретико-методологических концепций подходов к изучению коллективной памяти, обсудив опыт сложившихся практик в сфере культурной политики, исторического образования и патриотического воспитания, как на федеральном... А можно сразу историческое, обществоведческого? Обществоведческого? Коллеги, есть принципиальные возражения по этому поводу? Я думаю, что нет. Ну, кстати, концепция преподавания обществознания сейчас тоже разрабатывается. Да, и тем более наш же председатель исторического общества и курирует. Выражают заинтересованность в дальнейшей консолидации исторического, политологического, социологического сообщества, о чем сказал Сергей Михайлович, на площадках Российского общества политологов и Российского исторического общества с целью всестороннего изучения отечественной историко-политической культуры и экспертного обеспечения государственной политики в данной сфере. Обращают внимание на наметившуюся трансформацию общепризнанных представлений о прошлом, сформировавшихся в период становления Ялтинско-Потсдамской системы, включая частичный или полный пересмотр исторической роли СССР во Второй мировой войне и попытки отрицания Холокоста в ряде стран Восточной Европы. По первому содержательному пункту есть вопросы? Вот, кроме Холокоста, может быть, как формулировка насчет Великой Отечественной войны, уничтожения этого? Ялтинско-Потсдамская система. Ялтинско-Потсдамская здесь взята более широко. Я предполагаю, что речь идет о тех практиках, которые имеют место сейчас в ряде прибалтийских стран на Украине и, в принципе, связаны действительно с общеевропейской дискуссией. Если, знаете, вот недавно вышла книга тоже Алейды Асмана «Длинная тень прошлого», который вот как раз-таки говорится о проблемах новой европейской идентичности, конструированной с учетом миграции, вот этих вот проблем осмысления Холокоста. А рассматривать грядущую юбилей революции как повод обратить внимание на сложившиеся в коллективной памяти представления о характере угрозы в пределах модернизации российского общества, практиках формирования образа будущего в массовое сознание. Призывают ответственно подойти к осмыслению всей протяженности исторического пути СССР как глобального модернизационного проекта, приняв во внимание совпадение годовщин революционных событий 1917 года столетия, сталинских репрессий 80-летия, обращая внимание на концепцию по реабилитации жертв политических репрессий, принятую в августе прошлого года. Ну а что делать? Приходится осмыслять в том культурном... Вы как предлагаете? Само сочетание глобального модернизационного Надо найти просто дату 19-го. Да. Всей протяженности исторического пути СССР можем убрать глобальный модернизационный проект, оставив пространство для дискуссий. Хотите оставить? Так, коллеги, могу попросить проголосовать? Что имеется в виду под глобальным традиционным проектом? Я бы тоже это убрала, потому что история СССР, да, вопрос, это все-таки не однородный процесс. Как и прежняя история, зачем там вообще глобальный традиционный проект? Может, вот это вот просто... Да, убирайте вот этот, да? Да. Ну. Хорошо. Я в целом я согласен, поэтому давайте, если возражений нет. Да. Приняв во внимание совпадение годовщин, репрессии, конституции развитого социализма, кстати, довольно такой забытый юбилей. Россия с СССР? Нет, лучше ограничиться, не влезая в те самые пресловутые 25 лет, о которых было сказано, оставив, да. И провозглашение нужно будет перестать. Может, все-таки Россия, потому что СССР еще не было. Советского общества, да. Или советского государства, да, лучшего общества. Это вообще общество. 17-й год, это же результат развития советского общества. 17-й год, это же не результат развития советского общества, а смещение. Да, уважаемые коллеги, там не идет речь действительно о конкретной государственной форме, поскольку мы помним, что сменилось несколько государственных форм. И, да, мы просто будем говорить о советском обществе в более широком его понимании.
Да. Понимая недостатки коллективного творчества. Да. Вот. Следующий пункт. Разделяет обеспокоенность периодически возникающими противоречиями между историческими нарративами, формирующими идентичность в регионах страны, и символической политикой, воспроизводящейся на общенациональном уровне. Это вот поправка от региональных отделений. К недавним прецедентам можно отнести. Я не знаю, нужно ли про прецеденты нам оставлять. Я думаю, что конкретику лучше убрать. Да, оставим действительно актуальный вопрос, тем более, что обсуждаем мы это в Казани, где столкновение вот региональной идентичности исторической и общефедеральной имеет место быть. Да, призывают учитывать значимость исторических, этнокультурных, конфессиональных особенностей. Всецело поддерживают успешную попытку воссоздать в памяти народа героический образ истории Первой мировой войны и призывают продолжать работу над выработкой ценностных ориентиров в коллективной памяти и расширением спектра актуальных исторических сюжетов. Так, далее. Российскому обществу политологов предлагается... инициировать аналитический проект по изучению современной российской историко-политической культуры, сформировать соответствующую экспертную группу, действующую на постоянной основе. Здесь было бы хорошо написать соответствующую временную экспертную группу, действующую на постоянной основе. Да. Вот я тоже чувствую. Ну, не знаю, насколько, Сергей Михайлович, как представитель общества политологов теперь уже. Обязательно нужна площадка. Обязательно считаете, да? Современный, может быть, не только современный. Ну, давайте оставим в той формулировке, поскольку это мы адресуем обществу политологов. Современная российская историко-политическая культура. Современная российская политическая культура. Мы говорим об исторической политике как раз-таки, историко-политической культуры, как в совокупности практик, да. Современная историческая. Основы свои неправильные сейчас. Не исторической, не политической. Исторической. Исторической и политической. Соответственно, действующую на временную. Да? Современной российской памяти и политической культуры. Я думаю, что это более историческая культура, более обобщающее понятие, которое включает в себя историческую память. И отнюдь нет, если историческая культура у Репнина есть, можно посмотреть. Рассмотреть возможность проведения серии круглых столов на площадках региональных отделений Российского общества политологов, посвященных региональному измерению в оценке основных событий отечественной истории. Конкретно столетию конференцию провести? Уже запланировано российский. Да, Игорь Иванович объявлял вроде как. Говорилось, безусловно, да. Запустить мониторинг историко-политической активности в информационном пространстве, СМИ, сети, интернет. Это тоже проект обсуждаемый. Мы можем обозначить свою заинтересованность в нем, если она есть. Ну и обобщить опыт наиболее успешных российских зарубежных практик коммеморации, в течение года подготовив соответствующий доклад. Тоже, если коллеги готовы за это взяться, то мы будем только приветствовать. Я думаю, да. Первая мировая война, О Первой мировой войне речь шла, да, в связи с юбилейными мероприятиями, коммеморативными, охватившими вот несколько предыдущих лет. По Второй мировой войне обсуждалось, также рассматривалось, призывалось обратить внимание. В этой сфере у нас достаточно практик институтов, которые занимаются исторической политикой. Да, про нее уж точно не забудут. Я думаю, коллеги, мы можем на этом завершить. Я поблагодарю еще раз всех присутствующих, моих коллег по президиуму. Да. Спасибо вам большое.